Югорчанин отличился в зоне СВО во время взятия Авдеевки. Семья заместителя командира взвода Виталия Зырянова бережно хранит его боевые награды – медали Суворова и за воинскую доблесть второй степени. Их герой получил за проявленную смелость в специальной военной операции. Подробности в материале наших коллег. Папа получил, да, за воинскую доблесть? Папе вручили медаль за то, что он сильный и смелый. Мария и Виталий вместе 13 лет. Дочь Варвара в этом году идет в школу, сыну Матвею почти 2 года. Мальчику было 3 недели, когда главу семьи мобилизовали. Началась новая жизнь. С волнениями и переживаниями, поддержкой друг друга. За это время изменилось все, неизменной осталась любовь. Однажды, покорив сердце Марии, Виталий остается главным героем ее жизни. Он такой самостоятельный, мужественный. Вот, находясь вместе с ним, я действительно нахожусь как за каменной стеной. То есть по-другому не назвать. Он вот такой, это действительно опора семьи. Вот мы за ним все держимся. Мария рассказывает, что они регулярно обмениваются новостями. Муж узнает, как идут дела дома, говорит, чтобы не переживали, жив-здоров, все хорошо. В подтверждении слов Марии, герой ее романа вышел на связь. Короткие разговоры позволяют поддерживать связь, не раскиснуть ни семье, ни Виталию. Герой знает и чувствует, ради кого он действует. Его жена и дети понимают свою ответственность здесь, дома. Он мне всегда говорит, ты мой тыл. То есть я должна его поддерживать, он же вот мне рассказывает, там делится своими этими эмоциями. Я считаю, это правильно, да, что, чтобы он там не слышал каких-то наших с дочерью слез, там еще чего-то. Он звонит. Мы должны поддерживать, быть на позитиве. Глава семьи – пример для подражания не только своих детей, но и родных и знакомых. Варвара гордится папой и в каждую отправку гуманитарного груза пишет ему письмо. Понимает, он герой, он защищает страну. Дочь гордится, сын будет гордиться, когда начнет это все понимать. Я очень горжусь, что вот он вот такой вот у меня. Гордый, мужественный. Никогда не сдается и не отступает. Вот такой он, заместитель командира взвода, ураец Виталий Зырянов. Его ждут, любят, поддерживают. И он на передовой не забывает, ради чего работает. Как и еще сотни бойцов из Югры. Каждый из них успешно выполняет свою боевую задачу и получает поддержку в тылу.